ребят. Отлично. Ну, мы набросались сегодня. Хорошо. Сейчас продолжим. Давайте в этой позиции. Иди сюда, Данил. В этой позиции, вот, в обоюдном захвате. Или так дальше. Тоже делаем зацеп. Зацеп делаем. С этого же захвата можно делать и на эту ногу, и на эту ногу. Все. Чтобы сюда сделать, все же, я же не буду стоять вот так, как вкопанный, и он. Мы будем бороться, двигаться. Я раз, оп, все. Вот смотрите. И нога как сработала. И если вот так у вас руки будут, вы не сделаете. Вот так, все, сделаете. Вот так руки должны у вас работать. Все тело работает. Да. Поэтому двигайтесь так, 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 так. Раз, оп. Все, вот. Бросили. Это в одну сторону. И в этом же захвате в другую сторону. Вот. Показали, типа бедро делаете. Все, он уже готов на бедро. Вот. Оп, сюда ушли. И зацеп внутренний сделали. То же самое. Не увлекайтесь сильно, ребят. Не делайте. Когда вы вот сюда ушли, уже не пойдет зацеп. Здесь чуть-чуть вывести его. Вот. Чуть-чуть, чтобы его стряхнуть его, чтобы он понял, что вы идете на бедро, а сами идете на зацеп. Давай. Если ногой туда сюда, корпусом покажет. Вот, да, вот здесь вот. Но он не защищается, нет. Хоть и ногу не ставит сюда. И здесь вы должны поймать, или бросать ты уметь должен бросать сюда. Если он не защищается, то он как бы бросок. Да, идет. Или даже вот ты, например, пошел сюда. Вот сюда тоже зашагивание можно делать. Здесь просто не останавливаться, Руслан, в этой позиции. Ты раз, он ногу убирает, ты сюда шагаешь. Зайди дальше, развивай. Развивай сам, не останавливайся. В борьбе тоже не всегда тебя будут ноги там отдавать. Ну вот и стоит, да, сейчас можно делать. Зачем ты ушел? Вот, почему голова, тебя, почему да. Ты голова у тебя вот здесь, да. Возле его колена? Там ничего не надо делать, там надо убегать сразу, да. Раздевалку и вот так. Ай. Вот. Вот. Вот такой позиции вообще не должно быть. Вниз, зачем? Но... Что это такое? Это все, это не атакующая позиция, это проигрыш. И опять, вот эта нога у тебя далеко стоит. Стоишь в захвате. И вот она вот здесь, вот она, вот здесь. Как ты вот здесь будешь делать, зашагивать сюда? Шпагат. Ближе, вот, ближе, вот. Раз. Сейчас тоже как бедро, да, показали? А? Мы сейчас показывали бедро. Да. Не болтай, а делай. Не похоже было? Нет. Он-то почувствовал. Он почувствовал бедро и ногой шагнул. Ногой-то я зацепил, хотя ростом меньше его. Вот, да. И ты как будто раз бедро показываешь. Теперь надо как бы защищаться. Вот. Здесь это не надо, подставлять. Здесь не надо. Вот. Бедро тянет. Раз, оп. На эту ногу. Шаги. Вот, хорошо. Вытащи руку. А, не вытащу. Почему он не вытащит, а у тебя вытаскивает? Потому что ты пришел. Вот, вот. Да, вот. Вот. Вот, 10 раз с этого момента. Не, надо, они пусть кочергу отрабатывают, он сейчас будет до потери сознания отрабатывать этот прием, вон, если.